выбирая союзников. Нужно помнить о последствиях. Эти люди досаждают? Я же сказал, мама. Хочешь защитить? Он побывал в Дельфах. Я услышал пророк. Я знаю, что совершу страшное злодея. От пророчеств больше вреда. Что ты делаешь? Слушаю свое нутро. Ну вот. Спаси их от моей... В тебе нет ни капли ярости. Тише, отец. Я разговариваю. Мои мечи щит. Подарок родителей. Нужно вернуть их отцу и матери. Чтобы те могли защититься от меня. Ладно, Эпит. Я верну оружие. За плату. Конечно. Родители сразу... Что? Что? Найди Косту, местного кузнеца. Не так давно я отнес ему меч на заточку. А щит? С этим сложнее.
Объясню, когда вернешься от... Жду не дождусь. Что за суеверие? Не надо. Только эти путы оберегают родителей от беды. Прошу, мести. Сходи к кузнецу и принеси мой меч. Во имя Афродит... Алексиус. Все для тебя, только... Я еще один... Ай, Пит. Да. Я с радостью дам тебе... Дай мне меч. О, я... Не, ну... Не повезло. Но в лесу рядом с крепостью Ксеркса... Ладно, я тебе цветы, а ты мне копье. Этого хватит, чтобы распалить кузнеца. Роскошный. Даже когда... Прекрасно. Очень рад за тебя. Да, да, конечно. Я пришел за... Зачем ты? Нужно отнести его родителям Эпида, пока он не наделал глупостей. Мистик. Да. Слава богам. Итак, что там счит... Ну, родители го... Украли? Я слышал, как мать... Странно. Иди в пещеру, Ми... Мисти! Ты пришел? Да. Так... О, да, разделался с ней. А что с кузнецом? Жив, здоров. Ему бы только пыл охладить. Слава бог... Спасибо, Мисти. Вообще-то мы с мамой хотели кое-что тебе рассказать. Счастливы, что у них такой заботливый сын. Спасибо, Мисти. Странная семья. Лакрида. Край сплошной соли.
Надеюсь, вы умеете плавать. Бойтесь настоящего хозяина орла. Последний! Теперь к берегу за наградой! Озеро Крови? Почему оно такое красное?
Εργάζεστε! Эй, ты, иди сюда! Чего тебе? Наемник по прозвищу Хозяин Орла предложил нам помощь. Выглядел прилично. И имя это я... Кто-то выдает себя за меня. А что рассказывать? Он пришел с птичкой на плече. А легенда штука-то... У меня орел, а... Да вижу, вижу. Но я уже заплатил тому хозяину Орла. Судя по твоему лицу... Верно. Я послал его к пиратам договорить. Надо было нанимать хозяина. Слишком мало. Я сокрушу пиратов еще в море, а ты поможешь мне найти этого самозванца. Я и убить его помогу. Откуда придут пираты? Мы видели их. У них большой флот? Два корабля. Мне нужно найти хозяина Орла. Он прибыл на одном из торговых кораблей. Покажу им, что... О чем ты думал? Нам конец! Пираты отправились к Посейдону. Что ты наделал? Ты что, не слышал? Это были наши подкрепления! Ты ни слова не сказал о подкреплениях, только о пиратах. Я велел им замаскироваться. Выдать себя за пиратов. Ты ведь не настоящий военачальник. Я... что? Послушай, Мистий. Разве это стратегия? Теперь всех жителей деревни перебьют. Из-за тебя. Я помогу. Но где ваше оружейное? Не работает с тех пор, как пришел прошлый... Но нам нужны мечи. Более-менее. Поговорю с ней. Мы не можем сделать из них воинов, просто выдав оружие. Но их... Где найти кузнеца? Его кузница сго... Расскажи о конезаводе. Она знает о конях. Если герои прошлого похожи на меня, то самозванцев они не любят. Суд мертвых нам не страшен. Жители слишком напуганы. Им нужен герой. Расскажи, что тебе известно. У него ручная птичка. Злобная такая. Зовут ее Икар, что ли, вроде того. Он сказал, что поможет нам. Я сделаю из... Что-то к нам зачастили мисти. Ты местный кузнец? Был им. Хозяин кого-то там? Он разжигал огонь, но... Но кроме тебя, кузнецов... Не беспокойся, старина клепит еще... Вроде несложно.
Надо быть поосторожнее. Они и раздавить могут. Так, что еще? У меня полно железа. Ты определен? Что? Ты серьезно? Хозяин кого-то там сказал, что их украли разбойники. Они Я их найду. Разумеется. Не может быть. Поверь, я гораздо лучше. Хочешь помочь? Но... И вот я верну. Зачем? Скоро на деревню нападут. Понятно. Пожалуй. Вот-вот. Где искать? Хозяин орла. Мне нужно найти... Я бы тоже хотела поговорить... Его орла? Ха! Я верну Миг. Осторожно. И зачем разбойникам инструменты? Спасибо. Боги заметят твои добрые дела. Моя жизнь спас...
вперед! А, поклонник! Тебе идет. Твоя огромная голова кажется еще больше. Замечательно. Я горжусь своей головой. Как скажешь. Это ведь тебе поклоняются местные? Не знаю, поклоняются ли, но зовут Аяксом. Значит, это ты. Я отведу тебя в Альпон. На деревню скоро нападут. Тебе нужно вдох... Ты что, не знаешь? Наши корабли потопил какой-то безумец. Я хозяин орла. Ты не похож на предыдущего хозяина орла. Вы напарники, да? Опа, скорее! Я хозяин орла. А он самозванец. Как и ты. Я самозванец. Откуда же у меня шлем Аякса? То есть мой шлем. Это шлем Аякса? Конечно. Он дарует владельцу бессмертие. Другой хозяин орла узнал, где его найти за щедрую плату. Ну что, и поехали. Я отправился за шлемом, как подобает герою. Давай. Но по пути назад... Он не хозяин орла. Пойми ты, наконец. Тише, тише. Элла, Элла. Давай. Элла. Элла. Ну что, поехали. Давай, давай. Давай, вперед. Давай. Поехали! Давай! Давай, вперед! Ну, давай! 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 Давай, давай! Вперед! Элла! Ну, давай! Давай! Давай, вперед! Эй! Давай, давай. Элла. Жители Альпона, бросайте дела! Верну... Ты не Аякс, а этот хозяин орла ничуть не лучше предыдущего. Вздор! Довольно! Проще, чем я думал. Что? Все в порядке. Мой шлем волшебный. Хозяин орла сказал, что он защитит меня. Ну, как скажешь. Боги с нами! Смотрите! Меня не берет даже огонь! Больно! Шлем! О, боги! Похоже, это будет очень долгий день. О, хуже и быть не может.
Это не очень хорошо. У Калибида опять украли инструмент. Проклятые пираты пиры тащат все. Что-то к нам зачастили мисти. Я принес. Ах, ну и денек. Калибид! Калибид? Как дела? Получше моих, надеюсь. Бедный Калибид. Они будто прокляты. Представляешь, корабли с припасами закатили. Мы умрем от голода раньше, чем нас убьют. Нужно действовать осторожно. Ладно, надеюсь, будет лучше, чем в тот раз. Вперед! Давай, давай! Ну что, поехали! Тихо! Давай. На! Thank you.
Надеюсь, меня никто не заметит. Поехали! Лишь бы не заметили. Элла! Давай!
хорошо. Ты цел. Вот и он. Кушается. А что? Первый хозяин орла привез этот плод с востока. Сказал, что съевший. Хозяин орла. Не веришь? Стой! Лети, эпига! Но, Фобос. Элла. Готов доказать, что ты настоящий хозяин орла? Ты вовремя. Как там Никея? Она мертва. Думала, что твой конь Пегас. Чего? Ну ладно, лошади не так важны, как... Клепит, случилось несчастье. Какое несчастье? Непоправимое. Он не заметил камни, врезался в них и... Хватит. И это ты еще не слышал об Аяксе. Ты его нашел? Аякс думал, что новый шлем сделает его бессмертным. И? Не сделал. А, малака. Согласен. Я бы попросил кого угодно, кроме тебя. Но выбора нет. Нужны все, кто может драться. Вперед. Немногие были бы со мной так честны. Ты заслужил мое уважение. Надеюсь, что мы еще можем все исправить. Я сделаю все, чтобы спасти людей. Ты славно бился. Как и ты. Забудем прошлое. Мы живы благодаря тебе.
благодарности ни к чему. Ты заслужил нашу благодарность. Осталось найти Я помогу. Я нашел записку у главаря пиратов. Он задолжал самозван. Подготовка к нападению. Не появись настоящий хозяин Орла. Они могли бы и победить. Что сделаешь с ним? Придумаю что-нибудь. Настоящий хозяин Орла. Ха, вот почему атака провалилась. Пришлось повозиться, исправляя все, что ты натворил. Это было чудесно. Хм. Когда пираты предложили... Из-за тебя погибли? Из-за меня? Их убил ты. Мы с тобой славно потрудились. Я украл инструменты, сжег куб. Вдобавок к этому тебе заплатили и пираты. Все платят. Ты заплатишь. Пусть кара постигнет нас обоих. Егор! Прощай.
скоро отплываем! Что ты с нами, капитан? Вперед! Без тебя мир станет лучше. Жить надоело. Отойдите! Благородный зверь.
Охоте на него позавидуют и боги. Здесь не рады. Loco tonta mala.
Ugh.
Эйла! Здесь опасно. Надеюсь, меня не заметят. Уходи! Тебе сюда не надо! Ugh.